Доброго времени суток, дорогой зритель. К фильму «Дингобол», вышедшему в 2011 году, да я из принципа не стану называть фильм «Манибол» человеком, который изменил все, очень подходит выражение «тяжелая творческая судьба». Работы над фильмом начались едва ли не сразу после выхода оригинальной книги в 2003 году. Однако на экраны он вышел лишь в 2011. Постоянная смена режиссера, проблемы с финансированием, со съемочной группой. В общем, что тут говорить, когда кино снимают практически 6 лет. Но один из самых забавных моментов в том, что все проблемы съемочной группы, по сути, ровно те же, что и у героя фильма. И точно так же преодоление их стоило потраченных усилий. Во-первых, хочется сказать сразу, то, что это фильм о бейсболе, не самом популярном виде спорта в этой стране, несмотря на огромное количество бейсбольных битв, вовсе не испортит вам удовольствие. Да, конечно, стоит приготовиться к обилию непонятных терминов и непонятных профессий, этот самый спорт сопровождающих. Однако не беспокойтесь, потому что что такое первая база, что в ней важного и что такого крутого в хоумране, вас абсолютно перестанет заботить минуты после 20-й. Потому что фокус в том, что кино это вовсе не о бейсболе. По сути, несмотря на сюжетный антураж, это кино и не о спорте это вообще. Как и любое настоящее произведение, несмотря на несколько необычную форму, это кино говорит о вещах простых и понятных каждому. Например, о том, что победа не всегда стоит того, чтобы за нее бороться. А некоторые поражения порой стоят сотен викторий. И о том, что ломать стену устоявшейся традиции приходится самим собой. И перемен без боли не бывает. А еще история о том, что никогда не узнаешь, умеешь ли ты летать, пока не рискнешь упасть. И в этой истории Брэд Питт играет одну из лучших ролей в своей карьере. Этот фильм стал его персональным искуплением в те времена за всех мистеров Смитов и Бенджаминов Баттонов. Знаете, как говорят, что для того, чтобы вернуться к вершинам мастерства, актеру нужно переродиться, сыграть такую роль, которую он вообще никогда до этого не играл и кого не изображал. Это прекрасно вышло у Тома Круза, который возродился из пепла после «Солдат неудачи», в которых играл великого Леса Гроссмана. Вот так же и у Брэда Питта. Настолько естественно, настолько правильно, настолько свободно играет, это просто непостижимо. Вот этот несчастный человек с поломанной судьбой, который, несмотря на подрезанные крылья, все еще пытается взлететь, это оказалось настолько его роль, что просто не передать. Даже в ролях Тайлера Дердена и убийцы из «Убрать по-тихому» он не был таким естественным и живым, как в «Дингоболе». Серьезно, просто поражаешься, насколько это живой образ. Когда видишь, как эмоционально, как живо он выторговывает перспективного игрока, как с помощью жестокого и особо циничного уничтожения спортинвентаря вразумляет команду, как просто просит дочь спеть для него, это... Блин, в эти моменты понимаешь, Микки Цыган действительно один из лучших актеров Голливуда. Именно благодаря ему фильм становится тем, чем и является. Практически фильмом «Боец» про бейсбол. Истории не о спорте, а о людях. Тут так же, как в «Невидимой стороне», «Воине», «Малышке на миллионы» и том же «Бойце», спорт — это лишь антураж. Способ показать настоящие человеческие эмоции и истории. А этот фильм, он буквально притягивает, приковывает к себе, как немногие. И цепи, которыми он приковывает к себе. Чувства, ощущения, эмоции. Очень редко кино дарит возможность абсолютно искренне сопереживать, сочувствовать, надеяться, верить. И этот фильм из тех, за историей следишь реально, затаив дыхание. Ведь давайте будем честны, в современном кинематографе душевное и цепляющее кино не самые частые гости. Я очень рад, что такое кино выходило и выходит. И то, что это кино не получило, статует еще один показатель идиотизма киноакадемии. Ведь перед нами такое волшебное кино, оставив его без единой награды. Это надо постараться. А кино-то на самом деле волшебное. Вот так вот, без всяких спецэффектов. С практически отсутствующим саундтреком и очень размеренным действием. На одной игре актеров, на атмосфере, на настроении так приковать к экрану. Это и есть магия кино. И после того, как по экрану побегут титры, возможно, вы задумаетесь и проникнетесь. Ведь история, рассказанная в этом фильме, она самая, что я есть настоящая. Кусочек жизни, который показали за эти 2 часа, способен научить или напомнить тому, на что в жизни уходят годы. На понимание того, что у победы есть своя цена. А еще, что цель не всегда стоит пройденного ради нее пути. И также, глядя на грустного, меланхоличного Брэда Питта, слушающего песню дочери, вспоминая слова Томаса Уэйна: «Мы падаем за тем, чтобы научиться подниматься». Благодарю за внимание, дорогой зритель. Смотри хорошее кино и летай даже на подрезанных крыльях. Там. Down.